Приветствую всех любителей морских баталий. И сегодня я сыграю World of Warships. Да, так она называлась. Раньше как-то она иначе называлась. Мир что-то World of как-то Ships. Но потом у них отобрали это название. Потому что так назывался голливудский фильм. Что-то там, блять, там про роботов в морях, что-то какая-то хуйня, забыл название, потому что, ну, фильм типа трансформеров, только, блядь, морских, я забыл название, если честно, ну да и хуй бы с ним. Так, вот я немножко тут уже раскачал вот эту залупню, ну, авианосца я не стал качать, ну, как-то не очень. Я эту игру еще щупал во время бета-теста, когда еще закрытого теста, там очень они набивали важность попадания этого теста, что пиздец там, как важно все. Ну, чуть поиграл так и хуй забил. Так, ну что ж, выберу пока вот это вот для разминочки, чтобы немножко наказать. Какой-то уровень у меня. А, вот самое вот, что у меня на языке вертится, это вот... Сука, блять. Вернись назад, куда нахуй бы. Там это меню открывается. Ну, самый вот хитро выебанный развод. Это, друзья мои, дублоны, блять, а не золото. То есть здесь только дублон, а золота нет. Я думаю, сейчас мое, блять, ну тогда у меня было 4000 золота. Сейчас раскачаюсь, блять, хуё моё, ладно, в бой. А хуй там, ребята, понимаете? То есть нужно покупать еще одну валюту. Отдельный магазин там вместе с самолетами и танками, это... Общая валюта, но самолеты же нахуй никого не нужны, это всем давно понятно, то вот кораблики, ну, вообще неплохие вышли вот на таком этапе, очень даже занимательное зрелище, довольно занимательное зрелище, я бы вам сказал. Но вот это дублоны, это просто пиздец кидало. Я еще помню по презентации 2011 года, что в Инграмире, что там, блядь, анонсирована была общая валюта, всеобщая экономика, ну, свободный опыт вроде. Да хуй бы с ним свободный опыт, ебаный в рот. Золото нельзя нафармить в одной игре и захуярить его в другую игру. Это же пиздец, ребята. А ведь все обещали, ну, ну да ладно. Ну вот такую хуйню я никогда не забуду. Что ж, у нас такой средний, блядь, средний такой этот, там, блин, я не разбираюсь в этих типов, короче. Но он не самый тяжелый, пушек больше, может наказывать самых тяжелых пацанов этих, вот таких вот, например. Вот у них 43 тысячи, вот, то есть прочность тут вообще, ну она и сжирается. Очень быстро. Суть тут главное, что в дальности стрельбы и быстрее смещаться. Это режим превосходства. Кто, блядь, у кого меньше очков останется, тот и в жопе. Очки, естественно, отнимаются за все подряд. Да тут, собственно, все расписано. Графика средняя, как-то, блин, максимум, ну, вообще лагает, собственно. Компьютер надо достойно иметь, я бы сказал. Но вот конкурентов, насколько я помню, у этой игры нет вообще. То есть это, блин, я даже сложно как-то. Я помню старую игру Battle Station Midway, но это не многопользовательская нихуя. Может быть там и был мультиплеер, но. Да там только и американские корабли, то есть это все так и прочее. Ну, конечно, корабли-то у нас не очень популярны, все-таки у нас танки, но. Тем не менее. А игра, между прочим, довольно медитативная. То есть вот пока плывешь, блять, можно автопилот это добавить, но все равно плыть, приближаться к цели приходится довольно очень долго вообще, блять, вот. Вот там что-то на карте показывает разведчик. Но пока, сука, доплывешь до него, это пиздец, сколько времени пройдет. Поэтому по 20 минут дают на бой. Так, поэтому, блять, что-то. Отлично. Я рвусь в атаку. Суть-то главное, чтобы поворачивать, чтобы максимальное количество орудий отстреливалось, когда они в зеленой зоне. Конечно, можно вот так кидать. Но сколько я пробовал кидать, накидывать снарядов,
на большее расстояние, чем это у меня написано. Ну, пару снарядов все равно долетало, тем не менее. Вон там уже опиздюляется какой-то мой собрат, я бы так сказал. Давай, быстрее, быстрее, плыви, посудина ебаная. 21 узел у нее максимально. Автопилот, вот тормозят они, естественно. Ну, в принципе, как почти. Как настоящие корабли. Вот он на мушке. Сейчас мы попробуем накинуть ему с учетом ветра все вот так вот как-то вычислять. И вот так. Полетело, блядь, все, полетело, залупня моя. И он разворачивается. Естественно, потому что он, сука, маневренный и быстрый. Другой класс. Считайте, это как типа светлячок, который с ученок пускает торпеды, но ему в очко вон сейчас запулили. Но я попаду, интересно, в него. Нет, превысь. А, ты... А, ёбушки, воробушки тут уже наказывают меня. Собрат выплыл. Ну, блядь, блядь, блядь. Сейчас, сейчас, сейчас. Вычислить ветер, блядь, скорость орудий. Давай, нахуй. Этими, блядь, фугасными. Ну, можно и этим, бронебойными. Так, он пока хуйню Ну, я-то тоже. Давай, 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 резко. Блядь. Ну, там второй накидывает, так что... Мы его закидаем шапками. Давай. Вот так. От души. Блять, я тоже опиздюляюсь. Сейчас потом бронебойными заебеним. Так, тот хочет торпедами наказать. Так, есть вот чинилка. По-другому я не знаю, это даже не назвать. Вот. Но она вот долго перезаряжается, поэтому... Блять, сука, я вот ее заранее использовал, но... Не нужно было этого делать. Отлично, я красавчик. Но теперь я буду, сука... А, не, пожар сам там экипаж потушит. Когда-нибудь. Бля, да я даже не вижу. А, нет. Так как я не прям по курсу? Пиздишь, нахуй. Вот эти вот мелкие сучата, блин. Они просто достать такой геморрой. С другой стороны, они... Бля, кто-то там еще пацаны накидывают на меня горящего, блин. Но мы сейчас тоже ему накидаем 8 километров. Блин, да я оказался в гуще событий, пацаны. Чё-то, блин, вот когда... Когда несколько накидывают, это без шансов. Просто без шансов на таком расстоянии, ребята, блядь. Пизда мне, короче. Ну да ладно, покажу вам зато другие-то эти, блядь, кораблики. Сейчас он меня это... или нет... Я разворачиваюсь. На нахуй. Но 2000 я ему напоследок или это мне сняли. Ладно, давайте следующий. У меня почти все классы есть. Выберем как раз вот этого собрата быстроходного. Третий уровень, ну уже такой серьезный. Блин, какая-то еще прокачка капитана, там все как-то вот. Короче, без этих ебаных дублонов ну, очень долго прокачиваться. Если там первые 3-4 нормально, то потом... А дублоны покупаются за отдельные баблоны, блин. Поэтому вот это вот большой косяк. Все вот, когда вот... Это же недавно не релизнули эту игру. Все, блядь, вопрошали. Ах, ебаный в рот. Как это так? Это золото. Почему не объединено золото, блядь? Почему? Она, да хуй, блядь. Иди своим золотом, блядь. В этот в старую игру этот Лоуд Риннер, блядь. Там собирайте золото. А у нас, сука, дублоны, блядь. Поэтому вот так вот. Ничего не поделаешь, хозяин барин. Кстати, что это 30 тысяч? Ну, средний еще. Еще, конечно, не все с работы пришли. Так, ну 30 тысяч онлайн нормально. Ну, кто-то не вспомнит это, но я это запомню. Ну что, давай, сучка, быстрее. Можно и сразу и пендали дать на... Сколько там? На 2 минуты. Форсаж, блядь. Да. Очень, ну, плюшки у всех разные. Чё ты стреляешь, мудила, блядь? Нихуя. Ну давай захватывай. Сейчас я доеду. Торпеды. Вот так они выглядят. Ну, суть тут, конечно, в примерке на глаз все вот это дело.
Ну, в самом гуще лезть не стоит все-таки. Торпеда заебенил и давай по съемкам. Кстати, там у меня еще есть комбинированный, по-моему, корабль и с торпедами, и с пушками, и хуюшками, но его закидывают просто другие катерки рангом выше, на два даже. Давай, давай, быстрее, быстрее, блин. Посудина. А, ну сейчас, да. Карты, в принципе, хоть и кажутся разными, но как-то все одно и то же. Сейчас вот заплываешь за островок. Киски. Чё там? А. Чё-то я не понял, чё там за это. Какие-то нехорошие слова в чате. F11, чё-то. Ну и что? А, типа ругательство, типа, а так что так нельзя. Ну, сейчас в этой игре особо никто не пишет в чат, это не то, что в мир танков. Ну давай, мы сейчас вдвоем просто вот этот, блядь. Крейсер, блядь, или что-то я вот забыл, как называется. Нет, тут даже не написано, блядь. Здесь обозначен точками. Нет, для торпед еще рановато, торпеды нахуй захлебнутся. Очень бесит, кстати, когда торпеда пуляет, блядь, и сзади там прилетает, или где-то там вообще, сука, пиздец, и ничего не сделаешь, тебя просто топит вот эту вот посудину. Ой, земля, земля, ребята, осторожней. Ну, охуеть. Так, на мушке. Ну-ка, давайте позлим немножко гуся. Сейчас он только развернется, и нахуй орудие просто сметет нас. Но мы можем развернуться быстрее, чем его, блядь. Сколько чё у него? А, ну это еще такой слабенький такой товарищ. Немножко накидаем, он даже не понял, где ему там повредить. Я же фугасами стреляю, пацаны. Кому я там по... ой, блядь, летят, летят утки, блядь. Ай, сука, мазафака, блядь. На нахуй. На нахуй, все, пизда мне нахуй. Давайте. Так. Вот так, торпеды. И по съебкам быстро. Блядь, разворачивайся, черт. Все, пизда мне уже. Я же говорю, вот. Закидали меня шапками, пацаны. Уже. Так делать нельзя. Надо вот, давай, давай отсюда уже, блядь. Уже дрифтует, блядь. Можно, в принципе, вот эту дымка завалить. Но это такой бред вообще. И ты же всегда выходишь из зоны дыма. Постоянно. Ну, сколько целей, да они это. Сейчас направят орудие и все мне. Конец. Так, это что-то медленно плавающий. Отлично. Блин, план сожрали это. Ну давай, ну кого-нибудь там, капитана контузию дай. О, попал там, что-то сделал. Сейчас мы наведемся. Давай. Давай, вот так. И все. 5 километров слишком мало. А, так это мелкая сошка летит. На нафиг. Даже попал что-то. Там, видите, все ачивки все помечаются. Давай, торпеды еще нет. Значит, надо разворачиваться, блядь. Давай, 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 давай. Ну, не, неужели, не, не. Нет, мимо, мимо. Попал, отлично, отлично. Отлично забубенил, я ему проделал дыру там. Вот это вообще не часто такое везение получается, чтобы это мелкий. Ну, это, наверное, новичок, хотя. Надо, короче, вот россыпь кидать. А, у меня один торпедный аппарат сломан. Не ударится. Сокрушительный там. А, это не я, наверное. Ну ладно. Не, торпеда надо разворачивать. Кстати, удара об землю ничего не приносит урон, он просто тормозит скорость, но это равноценно, можно так сказать, блять, смерти, потому что скорость это все. А уж те посудины очень долго разворачиваются. Не допустим. Ладно, ща, 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 ща. Ща мы это. Давай, 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 давай.
Давай, блять, я жму вообще полный туда. Давай. И еще, блять, я сейчас проделаю дыру только в этой островке, блять, ебану. Давай, давай, давай. Вот так вот. Ну почти. Сейчас мы приблизимся, но приближение это очень опасно. Закидаем это. То мамонта, хотя у него, ну, 31 тысяча нормально, в принципе. Блин, как же я так торпеды поразил? Это вообще какой-то, ну, просто. У-у-у, красавчик там плывет. Давай-ка его. От. Блин, у меня еще. Бабах! Вот это, блин, что-то сегодня везет, а так обычно. Хотя там уже. А, у меня же есть чинилка. Чинилка и форсаж и все дела сейчас. Давай, форсуй, блядь. Так, это еще долго перезаряжать. Что ты? А, у него еще дольше, но он может накрыть меня сразу, или он не видит. Не придает значения то, что я могу очень сильно наказать. И сейчас я. Давай, давай, полный. Дрифтуй, сучка. Попутно кормя его пушкой, блядь. Вот так вот, конечно, прицеливаться не стоит. Давай, давай, давай. На! На! На, блядь. А, у него пожар, в принципе, уже. В принципе, мы ему пизда. Так, мы просто встанем вот так. Ну-ка. Мимо! Мимо! Ай, блядь! Ай, блядь! Нет! Ай, мама! Ай, бля! Мама джан просто, бля, все, ну ладно, в принципе, двоих потопил, какую-то что-то получил, правда, мы все равно по очкам в жопе, потому что надо топить жирненьких красавчиков, а не таких, ну ладно, как раз зато сыграю еще за самый, не, это не самый, или самый тяжелый, не самый тяжелый, что у меня тут, а, вот это, да, вот самое вообще, что тут у нас, боевые задачи какие-то. Чего продолжить? Подожди, я какой? А, ну вот все. Дают тут, конечно, много кредитов, но и дорого, и само собой корабли стоят. Не будут же они стоить, как танки. Так, я в топе, но это не значит, что команда выиграет. Здесь, кстати, вот не скрывает версии игры, то есть там что там 0 0,50 0,52 даже. Сейчас последние. Вот они, пушечки. И от их скорого разворота все зависит. Вот просто, понимаете вы. Эта залупка немножко восстанавливает ХП. Что, конечно, немного очень странно. Вот они просто, типа, матросы там, наверное, бегают и латают дыры. Давай, давай, посудин. Смотрите, какая она медленная, блядь. Ну какая жирненькая, ну как она же она наказывает. Эти мелкие посудины. Главное держать вот все вот орудия на одной линии. Потому что вот это у этого вообще они сзади разворачиваются. То есть не так, а вот так. То есть это. Я уже заранее даже выбрал вот сторону правую, а на самом деле мы левым. Ну, давайте налево повернем и корабль туда повернем. Ну, горит он тоже хорошо. Да, еще авианосцы, которые. Ну, что-то вот какие-то они странные. Самолетики пускают, ребята, это вообще. Поэтому, да. Самолетики как-то редко сбиваешь. Давай, давай. Как они медленно все. И все так медленно, но зато тяжелые. Да, блядь, какой тут маус? Какой ток-2, блядь? Тут вот каждый вот этот. Крейсер, блядь, решает. Скоро, кстати, советская ветка будет. Пока только премиум Аврора есть. И то, блядь, за дублоны. Это там, сука, 5 тысяч, что ли, стоит. Это же по курсу. Блин, обдирал его, получается. Даже хрен знает курс. Сейчас они на 55 задержали. Отлично. Я-то, естественно, стреляю. Ну, далеко, но не максимально так далеко. Давай, давай, давай.
Плыви быстрее, а то у меня сейчас закончится место на жестком диске, и фрапс, блин, остановится. И я буду пиздеть в пустоту. Давай, давай. Так. Зря башнями не вертите. Считайте, у вас вот каждая башня, это каждый маус, даже ток 2, и вот поворачиваете, и вот он только поворачивает. Вам опять надо, вы только поворачиваете, а он только поворачивается. Так что учитывайте, корабль, он сразу не останавливается, ничего. И земля его, конечно, очень тормозит, но повреждений не приносит. Давай, быстрее, быстрее, господи, я сделаю... Быстрее, 3 минуты, смотрите. 3 минуты прошло, и я даже до врагов не доплыл. Надо что-то с этим делать, все-таки, блин. Очень для усидчивых. Так вот, World of Tanks. Взял танк, как влетел, сука, с шашкой в гущу вражью, ну, на разведчике. И сразу, блин. И следующий бой, и следующий. Ну, по крайней мере, я так играю, но все равно. Ну, вот, так долго. Блин. Ну, вон там выплыл. Ой, он хочет меня ужалить. И, естественно, меня уже... Ну, даже не пробил мою толстую шкуру. А вот летят эти, но они автоматически наказываются. Ну, давайте на это... Покажу вам, как это... Вот. Ну, блин, ну... Не, не попал. Ай, блядь, это эти черти торпеды пускают, я забыл. Ай, мама мия. Ай, давай, давай, малышка. Ай, попку, попку держи свою, блядь. Блядь, сука. Я забыл, что вот эта залупня торпеды пускает. А чё ПВО мое не сработало? А, так они же на определенной высоте. Ну, в любом случае, я вот починился немножко. Торпед закинул. Ну, блядь, 10 тысяч хп долой. Да, естественно, устранены. Давайте-ка, на 10 километров далековато. Так это же быстрый курс еще изменить может, ну. Или оттормозить. А, нет. О, нахуй, нормально, нормально. Но можно больше. Ну что, там кто-то вот пожирнее плывет, но не совсем же. А, не, нормально. Давай, давай, давай. Сейчас мы немножко. Блин, да там пацаны. Пацана просто рвут, блядь. Рвут его жопу на шнурки, как говорится. Ну, блин, да наших вообще, наших уже отпиздили, получается. Блин, ну куда вы, пацаны, слиться-то успели, а? Что ж вы не по понятиям так все? Блять, и там, а у меня орудие только с одной стороны. Ну все, пиздец, мы слили этот бой по очкам, и, блять, по огневой мощи. А я только приплыл, а мы уже слились. Вот так всегда, ну давайте этому что ли накинем, блять, дальше. Давай, давай, разворачивайся, полное право давай, делай. Когда все снаряды выпущены попадают, или большая часть, то он пишет, а, отличное попадание, горит. Вот, держите середины, нам нужен левый борт, чтобы все вот, когда зелененькие станут, в принципе, все интуитивно понятно, хотя бы этого пидоренка закидать шапками, но он такой шустрый, что хуй так будет. Тем временем сзади сейчас все подойдут. А, не успел отстреляться по фрагу. Давайте. Это тоже мелкий. Так, а там вот на 9 километров не мелкий, но вот торпеды летят. Которых я хер увернусь, это, конечно... А, могу через камешек накинуть. Так, вот так. Вот, полетели, полетели мои. Опачки. Вот, отлично. Правда, сзади там сейчас настигнут. Перезарядка долгая тоже. Ну, я видел по 40 секунд вообще перезарядка. То есть там надо 50 раз думать, чем это. Потом можно еще немножко хп восстановить. Так. Будешь, будешь, будешь.
Так, давайте накинем этому хлопцу. Ну, а то он это огрызается. Нате, хотя, блин, сучонок много у меня снял. Но я могу сейчас восстановиться. Правда, сзади вон там, блин. Да меня сейчас это закидает. И вот так бои, в принципе, и проходят. Может быть, на высоких уровнях как-то иначе, но... Хуй знает, ребята. Чтобы прокачаться и даже там золото, ничего. Это золото либо покупать, либо его в конкурсах там выигрывать каких-то. Точнее, дублоны, типа. Хорошая отмазка. Давай, давай, блядь. Что-то... А что вообще что-то у него с двигателем, ребята? Ну и одна чинилка у меня еще есть. Если что, критическое повреждение, я могу уничтожить сразу. Бля, ну все, он вышел на угол атаки, и я тоже вышел. Сейчас будем друг друга накидывать. Давай, давай, разворачивай. Чуть не пойму. Да где зеленый? Вот зеленый. Что он встал совсем? Я надеюсь, не, если вторые и другие едут, значит все нормально. Можно бронебойных закидать там все. Ну, два, даже три он против одного. Сейчас это результат очевиден. Я для них жирненькая мишень просто. Особенно для торпед. Ну, что поделать. C'est la vie. Ладно. Да, ёпты, тут и все близко к победе, кроме меня. И вот так на закате. Моя вот эта баржа огромная затонула. Что ж, вот собственно, все такие классы. Еще авианосец, но он вообще, блин, не как карта, стоит сзади и отвешивает. Какие-то еще можно раскачать, но постоянно не хочется пока играть. Ну, игра будет успешна. О, новый уровень. О, воу-воу-воу, смотрите. Обязательно, конечно, надо прокачать все это, чтобы получить камуфляж за игровую валюту. Охуенно. Так, а еще у меня есть что? А, я все... Нет, еще один. А что там? Ранговые бои, охуеть. Еще дохуя кредитов, но столько же дохуя стоит. И, собственно, корабли. Что ж, друзья мои, я благодарю всех за внимание. Смотрите другие видео по играм Wargaming. Потому что это первое видео по кораблям моим. И все будет супер. Будете топить так же торпедами, как и я. Он сейчас тут затопил от души, блядь, душевную душу. Все, друзья мои, всем удачи, всем пока.